старт на противоположной прямой. Лошади собираются в правом повороте за старт машины. Бег повела Кострош, на втором месте Шри Жижи, на третьем месте Лорис, на четвертом Чикита Флёри, тут же Скарлетт Лок. На четвертое место вышла Скарлетт Лок, бег ведет Кострош, на втором месте Шри Жижи, на третьем месте Лорис, на четвертом Чикита Флёри. Четверть пройдена за 29,8 секунды. Впереди Кострош. На второе место вышла Лорис. На третьем месте Шри Жижи. На четвертом Скарлетт Лок. Бег в борьбе ведут Кострош и Лорис. Четверть пройдена за 30,8 секунды. Впереди Кострош, на втором месте Лорис. На третьем месте Шри Жижи. На четвертом Чикита Флёри. На пятом Скарлетт Лок. Бег идет Кострош, на втором месте Лорис. На третьем Шри Жижи. На четвертом Скарлетт Лок. На пятое место вышла Мэмори. Четверть пройдена за 32,2 секунды. Впереди Кострош, на втором месте Лорис. На третьем месте Шри Жижи. На четвертом Скарлетт Лок, тут же Мэмори. Бег ведет Кострош, на втором месте Лорис. На третьем Шри Жижи. На четвертом месте Скарлетт Лок. Четверть пройдена за 32,4 секунды. Впереди Кострош, на втором месте Лорис. На третьем месте Шри Жижи. На четвертом Скарлетт Лок. Тут же Мэмори. Бег в борьбе ведут Кострош и Лорис. На третьем месте Шри Жижи. Четверть пройдена за 31,8 секунды. Впереди в борьбе Кострош и Лорис. На третьем месте Шри Жижи. На четвертом Скарлетт Лок, тут же Мэмори. Бег ведет Кострош, на втором месте Лорис. На третье место выходит Скарлетт Лок. Скарлетт Лок вышла на второе место. Бег ведет Кострош, на втором месте Скарлетт Лок. Тут же Скарлетт. И впереди. Молодец! Умница! И впереди Кострош. Чемпиона России по тяжелой атлетике, прекрасного человека, но еще был художником. И сегодня здесь присутствовала семья Михаила Михайловича, Нина Георгиевна, Оксана Михайловна. Давайте поаплодируем. Скажем вам большие слова благодарности за то, что есть у нас такие люди на Руси. Сама Нина Георгиевна, прекрасный всадник, чемпионка Советского Союза. Ее прекрасно все знают. Любовь к лошадям в ней также проявил ее прекрасный муж, супруг Михаил Михайлович Воронов. Память об этом прекрасном человеке сегодня здесь находится генеральный директор летного
исследовательского испытательного института. Прекрасный человек, герой Российской Федерации. Давайте его также поаплодируем. Павел Николаевич. Слово представляете Нью Георгий Брок. Если вы снова победитель.